Сегодня героини нашего выпуска – команда BIG Шымкент. По сей день говорят, это же не женский вид спорта, в Казахстане, по крайней мере. Мужики сидят там, кричат на трибунах. Ой, те спас берши, те знягалши, те золянши. Или мы куда-то едем, они пишут, ой, бер отладой. Да. Заранее, да? Да, заранее, типа, зачем вы едете? Аппаратор отладой. Футболшы болуда. Ең қиыны сіз үшін? Енді травма алып қалса, ол сол қиын. Ертең бізді емдейтін ешкім жоқ. Қаншама қыздар травмамен тастап атқандар да бар да. Зачем мне это футбол? Еще раз сломаюсь, кто меня будет лечить? Разочарование было это, когда мы играли против Барселоны. Мы дома выиграли 3-1, там проиграли 3-0. Судьи нам не давали играть. Вас засудили? Конкретно. Мужской футбол всегда у нас вот здесь. Опять-таки, мы вот здесь. Мужикам делайте все возможное, то же самое делайте для нас. Надо идти до конца, если ты выбрала этот путь. Я думаю, надо идти до конца уже. Обратного пути нет уже.